Моя милая Хатиджа, как же она напугана. Гюльфем рядом с ней, и Нигяр о ней заботится. Не тревожьтесь. Я на тебя очень надеюсь, Дая. Обеспечим самый лучший уход. Не волнуйтесь, госпожа. Я сама буду их навещать. Все, что потребуется, будет сделано. Валиде, вчера в суматохе я не смогла поздравить вас. Ваши глаза сияют. Да пошлет Аллах госпоже и ее малышу долгих лет жизни. Аминь. Спасибо тебе, Хюрем. Страшного несчастья избежали мы благодаря тебе. Я решила построить два больших фонтана на берегу залива Валиде. И в Балате бани. Вы должны взглянуть на эти места. Если вам понравится, пусть начинают работать. Благодаря вам мне возносят хвалу и молитвы. В моей душе радость, а на сердце покой. Аллах да пошлет покой. Это самое главное. Мое сердце обрело покой рядом с повелителем. Аллах, пошли покой страждущим. Хочу посмотреть на малыша. Когда поедем к тете? Попозже поедем все вместе, обещаю, дорогая. Ты посмотри, какая бестактность. Не обращайте на нее внимания, госпожа. Она просто лопается от зависти. Валиде, я бы хотела с вами поговорить кое о чем, если у вас есть время. Можно сейчас. Говори, что ты хотела. Необходимо расширить мои покои. Мы не помещаемся. Мальчики уже... Что это ты выдумываешь? Даже бывшие комнаты Хатиджи и те были тебе отданы. У тебя уже огромные покои. Твои мальчики еще очень маленькие. Кому выделять комнаты, так это Мустафе. Его очередь. Подданные не одобрят, если ты будешь жить в подобной роскоши, да и горда ты чрезмерно. Не забывай, это не твоя забота. Занимайся лучше Шахзаде. Повелитель, пришла Хюрем Султан. Пригласи. Сулейман. Иди сюда, Хюрем. Какие красивые камни. Что из них сделают, кольца? Я пока еще не решил. Они только недавно попали ко мне. Я уверена, что получится красиво. Для кого они? Камень сам подскажет, кому он достанется. Если он примет ту форму, которую я хочу, и я буду доволен, то он твой. Сегодня я с Валиде разговаривала о расширении покоев. Она даже не выслушала. Сказала, нельзя. Но мне так комнаты нужны. Прикажешь? Я же ради наших детей стараюсь. Не вмешивай меня в дела гарема. Все эти вопросы Валиде решает. Она так посчитала нужным. Не грусти. Придет время, и если она решит, получишь свои комнаты.
Ха-ха-ха!